Для некоторых автовладельцев езда за рулем не просто способ передвижения, а настоящая медитация. Но бывают моменты, когда о спокойствии и комфорте даже мечтать не приходится. Случай! Ты это почувствовал? Я чуть колесо в яме не оставила. Я тоже почувствовала всеми местами. Дороги делают путешествие настолько удобным, что их отсутствие или плохое состояние может серьезно потрепать нервы. Что это за американские горки? Я что, на бездорожье съехала? Ах да, это же Северный, детка. Ямы, кочки, выбоины наносят ущерб колесам и подвеске. Я уже молчу про велосипедистов. Если они заедут в эти ямы, ух, дело кончится плачевно. Да и простой пешеход может запросто сломать ногу. Давайте же узнаем глубину стыда коммунальщиков и тех, под чьим контролем находится придомовая территория на улице Владимира Невского. Мой волшебный прибор. Вообще, ямы по ГОСТу не должны превышать длины 15 сантиметров, ширины 60 и глубины 5. Это у нас 7 сантиметров, но явно превышает норму. Ого! Это аж 13 сантиметров. Ничего себе глубина. Я думаю, если здесь перекрыть движение, то в таких глубоких водах может завестись рыба. Но это же самое настоящее испытание и боль для автомобилистов. Это лишь один из многих дворов, которые находятся в разбитом состоянии. Пожелать я тут могу одно. Будьте аккуратны на таких дорогах, и пускай они уходят с этим годом в прошлое, а в новом будет все по-новому.